Ты снова это сделал, Господь. Ты снова сделал это. Ты хороший и всемогущий и милостивый. И ты заботишься обо мне, хотя я этого не заслуживаю. Хвали тебя, Иисус. Ты Господь. Дай мне еще одну. Дай мне ту, кого я могу направлять. Подними тех, кто будет восхвалять Твое имя, кто будет Тебя любить, искать и доверять. Найди их, Господь. Нам нужно поколение тех, кто не стыдится Евангелия. Нам нужна армия верующих, которые не хотят быть равнодушными и будут держаться Слова Божьего. Найди их, Господь. Я молюсь за единство тех, кто любит Тебя. Я молюсь, чтобы Ты открыл им глаза, чтобы они увидели Твою правду. Я молюсь о Твоей защите и справедливости. Подними поколение тех, кто впустит свет в этот мир, которые не прогнутся под давлением, которые не падут, как остальные. Подними тех, кто найдет спасение во имя Иисуса Христа. Подними воинов, которые будут сражаться на коленях и поклоняться Тебе сердцем. Вызови нас на битву, чтобы мы могли провозгласить Тебя королем королей и Господом всех господ. Я молюсь за это всем сердцем. Подними их, Господь, подними. Если мой народ, который зовет меня по имени моему, будет смиренен и будет молиться, и искать мое лицо, и свернет с грешных путей, то я услышу их с небес, и прощу их за грехи, и излечу их землю.